очень красивая. Где закладывает слышны голоса. Калибур у нас на капоте. Это вот второй, это останки первого человека. Бойся, враг! Пойдешь во враг! Так, в общем, есть две загадки, вам нужно отгадать. Загадка номер первая. Загадка номер один. Есть дом. В доме 12 этажей. На первом этаже живет 2 человека. На втором этаже живет 4. На третьем живет 8. И дальше в такой прогресс. Да, вот мне тоже первое пришло в голову слово «формула». Второе не буду говорить. Да. Соответственно, в чем загвоздка? Есть лифт. Вопрос в том, на какую кнопку в этом лифте люди жмут больше всего. Чаще всего. Обалдеть. Молодец. Значит, есть принцесса. Нормальная. Вот, значит, есть два. Момент подробнее. Какая нормальная? Нормальная такая, да. Значит, есть два претендента на ее руку. Вот. Они приехали там, и она им ставит такие условия, что. Ну, они, собственно, на конях, да, прискакали. Она ставит условия. Чей конь ваш прискачет ко мне медленнее? Последним. Последним, да. Значит, тот, собственно, и выйдет за меня. Нет, женится на мне. Женится на мне. То есть, ну, чей конь? Нормальная невеста. Да, они, значит, думали. Ушли, да, отскакали там на какое-то расстояние. Ну и, собственно, стоят и тормозят. Почему? Потому что они понимают, что кто-то первый сейчас начнет скакать, тот и проиграет. И вдруг вышел из кустов там какой-то старичок, что-то им шепнул на ушко, они скаканули на коне и поскакали к ней. Так вот вопрос, что он им шепнул на ушко? Так, еще а раз, ключевые моменты. Принцесса где была? Ключевой момент, это принцесса нормальная. Принцесса нормальная. То есть все у нее в порядке. И где все она? При делах. Она где? Она ждет. Доскакать до принцессы. Она стоит, ждет, грубо говоря. Они там, ну, в километре от нее. Ну, грубо говоря. Но. Соответственно, они должны доскакать до нее. Так вот, кто из них последний? Чей конь прискачет последний? За того она выйдет замуж. Вы всегда путаете понятия. Замуж чей конь последний. Да, чей конь последний. Они оскакали и не знают, что делать, потому что... А сколько было принцев? И тут два. И тут выходит старик, говорит... И тут выходит старик и говорит им там... И они вдвоем ломят. И они вдвоем просто вообще в ламину, да. Интересно. Ну, он им угрожал. Он им угрожал. Чем может старик угрожать здоровью? Тем, что неважно, какой конь прискачет первый, важно, кто придет к принцессе первым. Ну, то есть последним. Ну, ты просто сейчас констатируешь то, что я сказал. А ответ, что он им сказал конкретно? Я осознала, что... Они пересели на других коней. Алена, молодец! В замке, вернее, в монастыре, в красных облачках нарисованы буквы. Вам необходимо собрать все буквы для того, чтобы узнать, где спрятан артефакт. Буква точно есть. You're the one who wanted my life, baby. Robinson Chan.
бабки-то где? Где бабки-то? Бабки-то где? Финансовый пипец.